Эй, шофер! Где шофер? Там, в чайной. Где же еще? Позовите его. Его лишь черта за день. Ай, он сказится. Лучше объедьте. А наш автобус уже пішов. Поминай, як звали. А кого ж ми ждемо? Та от Мішку. Горлова? А якого ж чорта? Не доведи, господи, хіба йому людей возить. А що з п'янюги питать? Не дарма його Мотря вигнала. Ох, не дарма. Мотря? А Курінівська Ліска? А Параска он? Ну, скажи, Параска. Ну, чого ж ти мовчиш? Скажи. Маша, два Беломора. Как? Ты здесь? А где ж мне еще быть? Как где? Я ж тебе два часа тому назад велел ехать на базу за трансформатором. Ну и что? Как что? Да из-за тебя же истукана сегодня совхоз останется без света. Ну, а мне что? Да ты понимаешь, что ты болтаешь? Ты понимаешь? Ну, не я буду, если я тебя за такие разговоры завтра же не уволю. Понял? Пожалуйста. Вот так. Вот сегодня. Вот так. Ох, и правильный ты парень, Мишка. А? Люблю я тебя за твою душу. Они понимают тебя у нас, не ценят. Да плевал я на них. Эх, Мишенька, ведь жизненно есть жестянка, понимаешь? Копейка человеком правит, куда ты ни кинься. Правильно я говорю? А он мне учение под нос тычет. Да ты понимаешь, что в нашей жизни учись, не учись, один хрен. Правильно я говорю, Миша? Своих-то, небось, в университет готовишь, а? А что толку? Вот он, Мишка, шофер. А сколько ты зашибаешь в месяц, позволь тебя спросить? Полторы, ну и что? А, вообще в инженер. Инженер, инженер. А есть инженеры, которые по 80 получают. А? О! Ага. О! Вот он! Человек! Уважаемый человек! Настоящий человек! На, кури. Спасибо, Миша. Спасибо, дорогой. Миш, ты куда? Миш! Ну як, Миш? Поїдемо, га? Ну як же, Міша? Пошли ви. Слушайся, дядю Мишу, да сиди ты не вертись. Вот пирожки дядю угостишь. Ну все уселись. Видишь, что такое? Миша, хочу просить вас, чтобы вы взяли моего Юрку в город и купили ему костюмчик. Директор разрешил. Что? Костюмчик, понимаете? Он порвал последние штаны, а я не могу отлучиться. Отпуск кончился, в школе переэкзаменовки начинаются. А он 1 сентября идет в школу. Такое событие для него. Понимаете, в первый раз. Вы не беспокойтесь, я вам заплачу. А вот деньги на костюмчик. Только вы, пожалуйста, выбирайте покрепче, я вам буду так благодарна. Дуй-ка-то отсюда, слушай. Как? Дуй, говорю, как? Зачем вы притворяетесь скотиной? Поёрзаюсь. Сядь. Да, ну, я, да, что,
Зачем здесь? Ну что я с тобой делать буду? Зачем притворяйся, скотина? Ну ты соплячка. Скажи своей матери, чтобы она замуж вышла. Да мужа своего обзывал, да посылал за тряпками. Понял? У тебя где настоящее отец-то? Где отец-то? Я к кому обращаюсь? У меня? Ну? Нет. Я знаю, что нет. Он ведь был? Не было. Был? Не было. Ну, чудак. Батька у тебя обязательно был? Ну, у меня не было. Дети же без отцов не рождаются. Так не бывает, понял? Бывает. Ой, дурак же ты. И мать твоя дура. Рубь за двух полтину с рыла. Да знаю, знаю. Хорошо. Сколько берете? Что ты мне рваный рубь суешь, ты? Хороший. Давай целыми. Получите полтинник. За двоих. Пожалуйста. Возьмите. А ты пла... Ладно. Бутылочку кефира и 4 стакана. Здорово, бродяга. О, Миша, 5 стаканов. Как привет. Как делишки? Ну, дороги знаешь какие, 2 баллона угробил. Пошли, Миша. Миша. Тули-тули-тули-лям. Некогда. Ну, как знаешь. Горлов, на 40-м столбу берегись грузать гравием. Если встречные будут сигналить в армии, дело табак. Явился. На. Считать умеешь? А? Умею. Так на, посчитай. Только не уворуй. Бутерброд хочешь? Да. Сколько здесь? 16 рублей, копейками рубль 40. Получите нас, пожалуйста. Что за хаконьки ты? Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло.
К дверке не жмись. Вывалишься, потом отвечай за тебя. Нельзя ли на мою голову? Своих нету, так чужих вози. Чего ж тебе мать другого отца-то не найдет? Чего, к ней не сватаются? Сватаются. Она чего? Не хочет. Почему? Боится, что меня будут обижать, и правильно делает. Чего, плохие женихи? Разные. Где же ты штаны порвал? Да, за грушами лазили. Еду через проволоку? Угу. Груши-то зеленоватые еще. Ничего. От маманьки здорово летело? Ого. Эх ты, бештанный команда. Там надо было от ручья идти, у смородины. Там далеко и дед никогда не слышит. Я вот мало никогда штаны не рвал. Ах, черт, надо сворачивать. Зачем? Ну, говорят, тебе там карьер по пути. Загрузят камнем и вези. Ну и что? Что, я ненормальный, что ли? Машину пачкать. Да еще работать им на дурника. Что? Где зимой на санях? А, Юрка? Ага. А ты как думал? Захотел к чертовой матери. Да нет! Ну попробуй, только подальше от колес держись. Давай, Юрка, пойдем, давай. Еще, дядя.
Пойдем, давай, 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 Еще! Давай. Давай, давай. Еще. Даю. Давай, 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 давай. Здесь надо. Че? Ну, садись. Хотел? Угу. Так, оденься. То простынешь, горе с тобой не оберешься. А вы? И так жарко, я работаю. Тебя прохватит. Что вы делаете этой ручкой? Много будешь знать, скоро состаришься. Это скорости. Так вот первая, так вторая. А сейчас какая? Сейчас третья. А еще есть четвертая с ветерком. А ну, включите. Да, сейчас нельзя. На асфальте надо. А тогда это зачем? Это подсос. А это? Это фары, вот смотри, раз, два. Давай, 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 давай. Так, стоп, стоп, стоп. Правильно, теперь включай. Так, а скорость-то? Пистолет. Так, поехали. Давай, повел, 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 повел. Мамка видела. Дядь Миш, а по селу разрешите мне проехать? Когда-нибудь, может. Ну, когда-нибудь, дядь. Когда-нибудь, может, и разрешу. Мы еще мамку твою прокатим с ветерком. Да, Юрка? Ага. Вы только на нее не сердитесь. Я не сержусь, чего ж сердиться. Серьезная женщина. Живет, черт тебя знает, одна в глуши, без мужа, с детем. Шутка была у тебя шпингалета вырастить. Небось, не слушайся. Редко, больше слушаюсь. А знаем, как вы слушаетесь. По себе знаем. Плохо, Юрка, что отца-то у тебя нет. Плохо. Сам без отца рос, что за жизнь.
Да, еще напьется, лупить будет. Ну, не каждый же лупить. Тебе бы такого отца, как я, например. Юрк, хотел бы батьку шофера с машины? Нет. Заразы, поршня. Выгадывает, поезди еще, погоняй. Эй, шофер! Слушай, шофер! Слушай, шофер, помоги. У нас тут жеребенка шарахнула. Помоги к ветеринару подвезти. Мне некогда. Да тут недалеко, слушай, помоги. Ну, дядя Миш, давай подвезем. А ты помалкивай. Слушай, шофер. Ну, что тебе надо, кто ты такой? Я председатель отсюда. Слушай, помоги. Ну, я тебе заплачу. Надо свои машины иметь. Свои ушли зерном. Ну, помоги, будь другом. Да ты человек или нет? Ну, жеребенок кончается. Ну, дядя Миш. Далеко ехать-то? Нет, недалеко. До центрального, километров 5. Рубь дашь? За 5 километров. Рубь. Ну, давай. Давай напрямую, тут недалеко. В кузов садись. Чего-чего? В кузов садись. Хлопцы, давай. Давай, ребятки, помоги. Давай, 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 осторожно, подняли. Ух, за голову, как раз, так, вот так вот, тихо. Тихо. Ну, без подняли. Ну, без заноси. Давай, давай, давай. Давай, Солому, Солому сюда. Давай. Закрывай. Закрывай. Подняй. Открывай борта! Эй! Слушай! Ветеринара нет, ушел на ферму. Васька! Беги на ферму! Да давай скорей! Дядя! А? Как его? Чего? А, Тончаком его звать? Да нет, как ему ударило. Вот так и ударило. Эй, шофер, возьми полтинник, нету рубля. А это что? Да тут все трешницы, пятерки. Мы сдачи дадим. Юрка. Так... Будь здоров. Хочешь?
Все, Юрка, в скорую помощь переквалифицируйся. Дальше, дальше. Вон к этому дому. Хороший домина. Я кирпич доставал. Колхоз жене выписал. Как лучшей птичницы, брат. Значит, строитесь. Жизнь, так сказать, будет новая. Стоп. Я сейчас. Ой, тут мальчик. Я тогда в кузов. Тетенька, садитесь, я наверх полезу. Садитесь, садитесь. Там прячься за кабину, холодно. Ничего, я его бушлатом накрою. Ехать скоро? Ой, не скоро, не скоро. Как там? Порядок. Тебя как звать? Юрка. С батькой катаешься? За костюмом едем. А, да-да. Сейчас. Сейчас приедем. Сейчас, сейчас приедем. Мы быстро. Машина у нас что надо. Я боюсь, чтобы мальчик там не простудился. Да ну, он парень боевой. Сколько ему? Ему? В школу идет 1 сентября. Вот у вас какая радость. И чего дождетесь, и ваш пойдет в школу. Время, знаете, как летит быстро. Можно я открою окно? А? Окно. Это, конечно, там заедает малость. А у вас дети есть? Это первый будет. А вы его возьмете с собой на пароход? Вырастет? Конечно, возьму. Эх, хорошо ему будет. Это что, вас мамаша провожала? Свекровь. Ага, злая, наверное. Нет, добрая. Очень хорошая. Она его так не любит, как меня. Странно. Что ж странного? Хороших людей много. Я бы не сказал этого. Ну, это, наверное, от того, что у вас теща злая. Что, тише ехать? А? Нет, быстрее. А у мамы в шкафу тоже матросская форма лежит. Зачем же она лежит? Сам не знаю. Откуда не говорит и мне не дает. Говорит, будешь носить, когда вырастешь. Ну, это правильно. Правильно-то правильно, да долго ждать. Наверное, она купила в магазине и на меня не примерила. А она совсем-совсем большая. Только тельняшки нет. Ну, это ничего. А где ваша тельняшка? Да понимаешь, мамаша постирала. Ничего, майка тоже хорошо. Ох, если встретит вас капитан, нагорит же вам. Ничего, это не важно. Не то важно, понимаешь? А что важно, дядя? Неправда, неправда. Людей нужно уважать. Тогда и они вас будут уважать. Кто уважает? Где уважают? Кого? Уважать. Не спорьте, ради бога.
Скорее, скорее, к воротам. Туда, во двор? Нет, туда не надо, не пустят. Остановите. Догнал, Миша? А, все веселишься, лоб? Здорово. Здорово. Ну как, бродяга? Порядок. Ну как она, а? Хорошо. Узнаешь? О, старый знакомый. А ну, Ваня, организуй. Ага. Здорово. Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка? Миша, прошу. А, косушечка. Я ж забыл совсем. Ай, да молодец. А ну, парень, покажи, какой ты казак. Ну, 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 ну. Та-ту-ли-ту-ли-там, 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 та-ту-ли-там, та-там, та-ту-ли-там, та-там, та-ту-ли-там. Слушай, да не надо. А, ничего. Ну, не надо. Ну, хлебни, 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 ну. Ну, перестань, ну, что ты делаешь? Это же дитё. А ладно, Мишка. Эй, гайдамака, что вы робите? Ну давай, давай, глотни, ну, ну не задерживай, посуду задерживаешь. Ох, гляди, пенчуги, навище вы дитя калечите? Ну что ты их слушаешь, кого ты слушаешь? Ну давай, давай. Ой, молодец, че же ты такой будешь? Миша, орел, а? Учи, учи его, Горлов, в люди выведешь.
А, пей, не пацан, пей, не пей, пей, не пей, пей, не пей. Ну ты, чё, пей, чё тебе надо? Пей сам, подавись. Вот это ты, мы пошутили. С такими дураками, как сами шутите. Непутёвые, вот бачите, які. Вот так их навчают, а далее вырастет ни богови свечка, ни чёрту кочерга. Вот такий мій. Піде, нап'ється, прийде додому хаскати, тікає, а діти дома не сидять. На тих морозить. Та не слышит ты, Жора. Пацан-то чей? Действительно твой? Учительки одна. Молодая учителька. А тебе какое дело? Понятно. Только чего ж ты ее с вылупком брал? Девочек, что ли, мало? Хулиган. Касторка. Что? Водка как касторка. Еще хуже. Ничего, привыкнешь когда-нибудь. Пошел получать, а ты жди. Стереги машину. Это твоя машина? Моя. Не ври, совсем не твоя. А ты править умеешь? Конечно. А хочешь воды? У нас есть автомат бесплатный. Какой? Ну такой, с сиропом и чистое. Только сироп весь попили, теперь только чисто идет. Он не бесплатный, он испорченный. Всем оборву. Это что ж такое, а? Да так, ничего. Сигналить хотели. А и что за барышня?
Ну что, трансформатор? Завтра получим. Опоздал. Тетка Павлина, плохи твои дела. И не говори. Сносят. Сносят всех нас. Ну, а квартиру дают? Да тут. Ну, чего ж плохого? С ванной будешь жить, как барыня. Да, барыня. А где я поросят держать буду? В ванне твоей? А куры? А огород? Ой, плохо стало, плохо. Не знаю, как и быть. Из хозяйства как жить? Все с базара придется. А за что? Ой, горе мое, горе. Кабана заколола, кур продаю. А вот что с тёлкой делать буду, ума не приложу. Конец всему. Пошла. Батюшки, это чей же такой мальчик? Да неужто твой? Конечно, мой. Какой хороший мальчик. Да похожи вы как. Зачем вы врете? Зачем, зачем? Весь в мать. Пошли вы к черту. Ну-ка, полей за шею. Давай еще. Давай. Полей на шею. Хватит, простудишься. Ты погуляй, у меня дело есть. Гуляй. Ничего я не знаю. Тошно мне, тетя Павлина. Можно целину подать. И будет тошно, и будет тошно, если ты один и никого не любишь. Да, надоело мне все это. Ох, мне бы твои годы. Послушайся меня. Уж я век прожила, я знаю.
Перво-наперво время дорогое не теряй. А пока молодой, деньги копи. Дом построй, хозяйством обзаведись. Умерла. Она умерла, дядя Миш. Она не живая, ее больше не будет. Жаркое будет. Это смерть. А ну пошли отсюда. Нечего тут делать. Пошли. Зачем вы ее зарезали? Она бы молоко давала. Уйдите совсем. Совсем уйдите. Хочешь слушать, значит, беспутная ты душа. Бездомный ты пес, вот кто. Бездомные псы, они хитрые, тетя Павлина. То-то и есть, что нет на тебя умной жены. Да. Избави нас Бог от умных жен. Кто семьи не имел, детей не имел, тот в жизни ничего не поймет. Вот так. А в ней понять ничего невозможно. Живем, тетя Павлина, какие есть, хорошие или плохие, кто знает. Правда, Ирка? Неправда. Вы злой и противный. Поймешь, все поймешь, бродяга, только в старости. Локоточки тогда покусаешь. Я бы вам указом запретила таким бездомным псам по свету шататься. Ну что, намыл их, значит? Тебе что, не нравится? Кушай, мальчик, кушай. Кушай. Ты брезгует. Что, ты не видишь? Интеллигент. Не слушай его, балбеса. Да ты не стесняйся. У нас тебя никто не обидит, не бойся. А я и не боюсь. Одевайся. Сейчас развяжусь с тобой, хоть в пивную схожу. Костюм покрепче. Вам подороже, подешевле? Подешевле. Вот, пожалуйста. Мне же вот на кого. Пожалуйста. На таких? На таких у нас нет.
приедем, пусть она мне червонец кладет. Лучше бы я корову купил, лучше бы я комбайн купил. А вы бы с передней площадки. А? С передней площадки с детьми. А. Навязала же на мою голову, вот навязала. Стой, куда ты лезешь. Будьте любезны. Алло. Самый крепкий костюм. Сюда. А? Замечательный костюм, очень хороший. Руки в пору, руки в самый раз. Выписывайте. Это ж кули для овса. Давайте другой. Они ж пол метут. Юрка, скидывай. Давайте другой. Руки на вырост. Я полагал, что вам так и надо. Что я, не знаю покупателей? Ай, они сначала подшивают, потом опускают, ну, потом давай. Перешивают, перелицовывают, отшивают. Примерить. Алло. О, костюм точно по росту вашего сына. Если вам кажется, что рукава коротковатые, это потому что нестандартная фигура. Плечи очень хорошие, замечательно. Так жмет же, жмет же. Какой бы вы костюм ни купили, он будет ему жать. Дело идет к весне. Я же говорил вам, надо покупать на вырост. О, так, а иначе... Не дергай, иначе вы наплачетесь вот такими вот слезами. Ничего, мы костюмы годами не храним, мы их носим. Правда, Юрка? А весной другой купим, у нас денег хватит. Ты плохой отец. Вот так, давай, там, из заначки. Вот замечательный костюм. Это же смокинг. А руки, дудочка. Ну-ка. Это что такое? Ну же черт знает, что такое. Ну на кого же вы шьете? Кого же вы надуваете-то? Это же для детей бракоделы. Мы не шьем. Люди маленькие, счет фабрика, а мы продаем. А на манекены тоже фабрика? На манекены, то шьют на манекены. А ну-ка, раздевай его. Федор Моисеевич, Что случилось? Артисты. Сейчас. Что? В чем дело? Раздевайте манекен.
Я покупаю этот костюм. Спокойно, спокойно, товарищ. Что спокойно, я говорю, раздевайте. С манекена ведь не продается. Ну и фигура нестандартная. Для кого же вы шьете-то? Для людей или для манекена? Послушайте, минуточку. Да что, минуточку! Минуточку! Снимите. Спокойно. Спокойно. Я вам покажу спокойно. Я вам покажу нестандартные фигуры. Чего вы психуете? Снимай, так снимай. Ну вот, совсем же другое дело. Так это же с манекена. Ну, пойдем платить. Переодевайся. Ну, Юрка попадет нам от маманьки. Все деньги убухали. Гривенник остался, на мороженое. Не жалейте, это же материал. Где вы найдете такой материал? Это я вам говорю. Носите на здоровье. Ладно, ладно. Ах и тяжелый человек, ах и тяжелый. Вот, пожалуйста. Во-во. Ну-ка, давай. Стоит? 9.40. Берем. О чем стоит такой? Юрка. Вот эта машина. Ну, пойдем, пойдем. Погоди, давай посмотрим. Деньги за это не берут. Да педальный ты погляди, что делается. Ну, пойдем. Да. Но ведь не проедешь у нас на такой ниге. А, впрочем, по земле она, наверное, пойдет. А? Девушка, она по земле пойдет или нет? Пойдет, еще как. В песке, конечно, застрянет. В песке и газон мой застрянет. Нет, Юрка, такую вещь надо весной покупать, когда сухо. Хороша. Да, Юрка, я вот вырос, таких чудес не видел. Слушай, а давай купим. Пойдем погуляем, а? Ну что нам, молодым, неженатым? Пойдем. Пойдем. Юрка, пошли на попа. А? Один.
Вот так бывает, батя. Посещал я театр 3 раза. И то в армии, когда всех водили. Удивительно, до чего может человек опуститься. Бывает. Иные пивную предпочитают театру. Нет, пивной, батя, свое удовольствие. Там зайдешь, выкушаешь косушечку. Не спорю. Но в культурном отношении театр, это, конечно, другое дело. Ну, спасибо. Я, конечно, согласен. Пивную с театром не сравнить. Там что, там же пьянство одно. Культуры же никакой. Конечно. Театр — это очень большое культурное дело. Хотя пивная тоже. Очень вас благодарю. Так, давай. Правда, правда, Юрка, в личной жизни мне никак не везет. Ну, есть, конечно, правильные бабы. Но ведь каждая же правильная баба ищет правильного парня себе. А кому нужен я такой забулдыга? Так вот и живу, понимаешь. Ну, смотри, какие девочки. Ничего, бабы. Подставляй свой лоб! Не дают. Как он его по башке? Бэмс, бэмс, а по пиар аж до потолка. Ага. А тут черт в море, помнишь? Выскочил драный такой. Ты чего, говорит, тут воду мутишь? Слушай, да где сверток-то? Какой? Тряпье-то. В гардеробе. О, а кепка? Вернемся, что ли? Давайте. А может, не надо? Да ну его к черту, барахло такое. Пойдем. О! Мужчины мои вернулись. Нагулялись. Да. Ой, а дух какой. Фу. Мясо в доме, ну что ж ты хочешь? А я вот вам постелила. Выпейте молочка кисленького. Не хочу. Че? Спать здесь не хочу. Вообще-то ты прав. Пойдем-ка лучше в машину. Раздевайся. Завтра пораньше разбуди нас. Ладно. Оболтай ему. Ну, поп, подставляй свой лоб. Дядя Миша, а собаки без хвоста бывают? Бывает, бывает. Всякая чертовщина бывает. А вы море когда-нибудь видели? Море? Нет, Юрка, не видел. Ничего я не видел. Что? Так.
Ты вот скажи мне, зачем я живу? Зачем? Сгоняй туда, сгоняй сюда. Так гоняет каждый по-своему. На черта мы живем. Конечно, если бы ты был кому-нибудь нужен, наверное, есть смысл. Кому я нужен? Так вот поедешь в город, нажрешься водки. А вы в город часто ездите? Фу. Иногда из машины не вылазишь. Послезавтра опять ехать, лес вести. Тяжелая работа. Тяжелая, конечно. Она машина была бы приличной хоть. Это мотор-то барахло. 100 лет без ремонта. Сколько я в нее поту вложил, заразу такую. Не понимаю, как я сегодня не напился. А вы можете еще пойти. Давай засни. Отлетел. Хорошо. Да, но потом он мне под ножку и ногой в живот. Знаете, как больно? Ну, за такие вещи знаешь, брат, что делать? Это же нечестно, правда? Конечно. Чего ж ты мне сразу не сказал? Да, я привык. Я никому не говорю. Я потом ему сам надавал. А ты знаешь что? А ты говори мне. У тебя же отца нет, братьев нет. Ты говори мне, я тебя буду защищать. Ладно? Ладно. Уселись? Напрасно я не выпил. В башке пустота какая-то. А я бы в дороге не пил. Инспектор еще поймает, права отберет. Поймать, конечно, могут. Там все сошли? Все, да, все, да, сошли, да, все. Да.
О, моряк-то. Эй, приятель! Ну как? Сын. Да? Да. Как назвать? Да пока что еще никак. Я думал, дочка будет, Машенька. Назовите Юркой. Подумаю. Ну, садись, подвезу. Нет, я на телеграф. Ну, тогда будь здоров. Счастливо. Что с ним? Странный какой-то.